сегодня я с вами Дима Токолчук, снимаю сегодня видео на батутах в городе Владивосток. Вот, видите, наш дружбан тут лежит, просился. Я сейчас тоже буду видосик снимать, у меня только один лайк и дизлайк. Подписывайтесь на бабки на Максима, потому что у него нет даже подписок. Ну, у меня одна подписка и мы снимаем всегда на телефонах. Всем привет, Максим. И сейчас мы снимаем видео. С нашим другом. Мы узнаем то, что у нас будет, то, что вот этот любопытный мальчик, он будет всех убивать вот этих дизлайках. Он найдет Рош Евгеху. Он ненавидит Евгеху, а я его подписчик Евгехи. Так что, Евгеха, если будет смотреть это видео, Евгеха, не обижайся, то это будет задница, если ты его убьешь. Я на тебя подписан, я оставлю лайки и хочу больше тебя будвался. Я знаю, что я могу не выговаривать буквы, буква Р и Ш. Там. Я снимаю всегда на телефоне. Это видео будет длиться 3 минуты. Вот там боёжик, там Настенька, вот эти все, Турбокотик. Я бы хотел вам показать информацию, что у вас есть видео. Сейчас я скажу, что у Турбоёжика. Они снимают чекинг-спрей. Они не снимают будвар. Много лайков, дизлайков у них мало. Вот я говорю, поставьте больше лайков в одному человеку очень хорошему. Это Евгехи. И вот также я хочу вам сказать, то, что я буду снимать также по Майнкрафту, летсплей. И у нас вон, видите, дружбан ходит. И как я повторяюсь, я живу в Владивостоке.